зовут Мовчан Дарья. Я рада принять участие в таком замечательном конкурсе, как Golden Talent. На данный момент я воспитываю 4 детей и являюсь лидером йога-клуба «Йогадар». Но творчество занимает огромную часть моей жизни. С помощью него я нахожусь в контакте с собой и с божественным источником. Представляю вам свою картину «Священное знание». Эта картина выполнена в смешанной технике золотой акриловой краски и маслом. Египетский бог жизни гор с головой сокола поддерживает растущий священный лотос, символ духовности. Человек несет огонь своего сердца, поднимаясь по ступеням своего развития и овладевая божественными знаниями. Гор поддерживает человека в его устремлениях, и вместе они формируют общечеловеческое божественное откровение. И это далеко не все, что откроет эта картина внимательному наблюдателю.